Здрасте, накрасьте, меня зовут Анна Кравченко, и вы на моем канале. Сегодня я вам расскажу про инновационное средство для бровей, которое называется липидик. Если мы посмотрим на наш волос, то он состоит из кератина, липидов, воды и меланина. И верхний слой волоса покрывает специальный слой, который называется F-слой. F-слой – это тонкий липидный слой, который находится сверху волоса. Что он делает? Он защищает волос от проникновения воды, соответственно, от вымывания пигмента после окрашивания, от вымывания ухаживающих компонентов. И наоборот, у нас в волосе есть вода, и чтобы она не испарялась, для этого у нас есть F-слой. Из чего он состоит? Самый основной компонент, который там находится, 40% его, это 18-ME. Этот инновационный компонент и содержится в ухаживающем средстве липидик. Когда вы наносите липидик, ME18 встраивается в верхний F-слой и образует защитную пленку. Например, вы сделали ламинирование ресниц. Когда вы делаете ламинирование ресниц, либо ламинирование бровей, pH первого состава 9,9,5, щелочной. Соответственно, он вам разрушает полностью всю липидную часть волоса. Если мы разрушим липидную часть волоса, то все, что у нас есть в волосе, оно легко вымывается и легко испаряется. Из-за этого волос потом становится ломкий и сухой. А если вы нанесете ампулу, то, соответственно, у вас волос покрывается защитной пленкой, и все, что у вас находится в волосе, оно оттуда никуда не девается. Как выглядит ампула? Я вам специально вот покажу. Это просто пробник ампулы. Одна штучка. Их в упаковке 10 штук. Ее хватает до 3 раз. Если даже вы ее открыли, 3 дня вы можете ее использовать. Это очень мягкая субстанция. Она не оставляет никакой жирности. Ее можно наносить как на брови, так и на ресницы. Самое классное, для чего мы это сделали, для чего мы сделали липидик. Например, вы сделали клиенту процедуру, он уходит домой, и вы понимаете, что он не будет нормально ухаживать за ресницами и за бровями. То есть он придет, умоется каким-нибудь мылом, и, соответственно, у вас смоются все компоненты, которые вы нанесли, например, какой-то уход, в основе которого лежат там аминокислоты, либо пептиды. Он все это вымоет, и, соответственно, ресницы, либо брови у него закрутятся. И вот чтобы этого не было, мы своим клиентам дарим после процедуры ламинирования бровей либо ламинирования ресниц ампулу, и они наносят в течение 3 дней, и 100% с результатом будет все отлично. Надеюсь, информация для вас была полезной. Всем пока!